Здравствуйте, меня зовут Юрий, я профессиональный повар, и сегодня вместе с вами мы будем готовить блюдо индонезийской кухни. Сегодня мы приготовим традиционное индонезийское блюдо гадо-гадо. Для него нам понадобится пекинская капуста, огурцы длинные, морковь, листья салата, стручковая зеленая фасоль, картофель, яйца. И для соуса, который подается к этому блюду, нам необходимо оливковое масло, арахисовое масло, соевый соус, сок лимона и чеснок. Самое главное, нам нужно приготовить сырые овощи. Из сырых овощей у нас зеленая фасоль и морковь. Все это нам необходимо отварить в отдельной посуде. И сейчас мы перекладываем фасоль в нагретую воду. И морковь мы нарезаем тонкой соломкой. Обратите внимание, что соломка у нас должна получаться длинной и тонкой. Теперь мы перемещаем морковь в нагретую воду. Важно заметить, что все овощи варятся без соли. Так как у нас есть уже отварной картофель, мы можем сразу же приступить к оформлению блюда. Это блюдо оформляется на большой тарелке. И все продукты, которые у нас имеются и будут готовы, нужно выкладывать небольшими горками на эту посуду. Индонезийская кухня, как и любая другая азиатская, имеет множество острых приправ, различных соусов на основе соуса соевого. Так, мы можем приступить к нарезке огурцов. Огурцы должны быть длинными, их еще называют английскими. Нарезаем такими красивыми кружочками. Это блюдо очень нарезается всегда крупно, потому что его подают для гостей. Каждый человек, каждый гость может выбрать тот продукт, который он желает попробовать. Я думаю, что при приеме гостей это немаловажно. Огурцы у нас нарезаны. Также выкладываем их горкой. У нас получается очень красивое сочетание светло-желтого и зеленого. Теперь нам необходимо красиво нарезать яйца. Мы их нарезаем на 4 части вдоль. Сейчас мы оформим из них красивую звездочку.
такая у нас красивая получается фиалочка. Теперь можем нарвать наши листья салата. Рвать нужно крупными кусками. Вообще принято, что салат нельзя резать, потому что при соприкосновении с металлом он быстро окисляется и теряет все свои питательные свойства. Поэтому мы красиво ее нарываем. Сейчас нам нужно будет проверить наши овощи, готовы ли они. Так, у нас уже здесь все продукты кипят, готовятся. И у нас сейчас есть время приготовить пекинскую капусту. Для того, чтобы ее удобно было накладывать, мы нарезаем ее крупными шашками. Сначала мы нарезаем на сегменты и полосы толщиной около 2 сантиметров. И теперь поворачиваем наш продукт и нарезаем крупными квадратами. Так как у нас капуста расслаивается, у нас получаются не кубики, а шашки. Выкладываем на наше блюдо. Теперь нам осталось достать наши сваренные овощи. Очень красивая морковь. Видно, что она сохранила свою структуру, но стала более мягкой. Для того, чтобы нам аккуратно ее снять, мы сначала выкладываем ее в посуду, чтобы вся вода могла стечь. И только затем мы сможем переложить ее на общее блюдо. Я думаю, что оранжевого цвета нам не хватает в середине. И теперь мы можем выложить нашу фасоль. Она уже готова. Появился характерный аромат. Обратите внимание, что в этом салате очень преобладают зеленые цвета, потому что все зеленые овощи, все витамины, которые есть, они сейчас находятся у нас в блюде. Мы это будем очень с большим аппетитом употреблять. А теперь пришло время приготовить наш соус. Для этого нам понадобится чеснок. Чеснок необходимо провести через пресс. Так, он у нас хорошо измельчается. Выдает нам все свои ароматические вкусовые вещества. Теперь мы аккуратно выкладываем арахисовое масло. Добавляем оливковое масло. Немного соевого соуса. Интересная получается сейчас структура. И немножко лимонного сока. У нас здесь и вкус, и структура, и цвет. И все тщательно перемешиваем. Обратите внимание, как красиво преобразуются цвета в этом соусе и ароматы. Теперь он становится однородный. И перемещаем это все в красивый соусник. Наше блюдо готово, соус тоже. Приятного аппетита! Гадо-гадо.
приготовить арахисовый соус. Для этого 3 зубчика чеснока измельчить через пресс. Добавить 2 столовые ложки арахисового масла, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку сока лимона. Тщательно перемешать. Картофель 4 штуки отварить в мундире. 2 яйца вкрутую. Затем картофель очистить и нарезать кубиками. Яйца разрезать на 4 части. 2 моркови нарезать соломкой. Половину кочана пекинской капусты шажками. 1 крупный огурец кружочками. Отдельно отварить морковь и 250 граммов стручковой фасоли. На большой тарелке выложить горками картофель, огурцы, яйца, измельченные руками листья салата, пекинскую капусту, морковь, фасоль. Подать с арахисовым соусом. А сейчас мы приготовим очень вкусный индонезийский десерт. Для этого нам понадобятся бананы, мука, растительное масло, молоко, сахар, ванилин, кунжут, яйцо. И сейчас нам необходимо замешать кляр. Сначала мы наливаем молоко. Теперь яйцо. И все это тщательно перемешиваем. У нас должна получиться однородная смесь. В принципе, так готовится любой кляр. Как только мы добились однородной структуры, пришло время высыпать сахар. Нам нужно его тщательно растворить в яично-молочной смеси. Сахар мы добавляем в кляр для того, чтобы получились у нас красивые золотистые изделия. Сахар будет карамелизоваться и будет превращаться в очень красивый коричневый цвет. Теперь нам необходимо высыпать муку. Очень осторожно, понемножку. Тщательно перемешивая, чтобы у нас не было комочков. Если у вас получился такой густой кляр, то, в принципе, можно добавить немного воды и сделать его немного подвижнее, эластичнее, как говорят кондитеры. Когда он станет жидким, мы с большой легкостью сможем обвалять в этом тесте кусочки бананов. Они у нас получатся при жарке аккуратные, красивые, без подгорелых краев. Не забудем добавить ванилин. Обратите внимание, что осталось еще немножко добавить воды, и наш кляр будет готов. Оставим наш кляр, чтобы он набухал, а теперь мы можем приступить к очистке и нарезке бананов. Но прежде этого мы поставим готовить наш фритюр. Для этого мы в сковороду с высокими краями наливаем оливковое масло и ставим нагреваться. Теперь мы можем смело очищать наши бананы.
Очень хорошо, что сейчас бананы уже для нас не являются экзотическим продуктом. Это уже повседневная наша пища. Теперь мы нарезаем кружочками бананы. Приблизительно толщиной около сантиметра до полутора. Многие блюда индонезийской кухни очень похожи на китайские, индийские. А сейчас, в последние десятилетия, появилось очень много европейских блюд. Сейчас мы перемещаем наши бананы в кляр, для того, чтобы они могли обваляться в кляре. Мы их помещаем сразу все и аккуратно вилкой мы притапливаем их. Можно немного помешать, чтобы кусочки расслоились. Теперь мы посмотрим, готов ли наш фритюр. Да, уже можно готовить. Теперь аккуратно вилочкой перемещаем наши бананы. Обратите внимание, как они быстро начинают шипеть, бурлить. И у нас получатся такие красивые золотистые шайбочки, начинкой которых будет банан. Сразу ложить много бананов не нужно, потому что они в кипящем масле могут слипнуться, а нам нужно красивое и аппетитное блюдо. Вот, сейчас достаточно. А сейчас мы приготовим посуду для того, чтобы можно было их аккуратно выложить. Наши бананы уже подрумянились, и можно сделать вывод, что они готовы. Осталось только их выложить на посуду. Обратите внимание, какие они получились у нас золотистые и ровные. Осталось это блюдо посыпать кунжутом. И наше блюдо готово. Приятного аппетита! Бананы в кляре. 4 банана нарезать кружочками толщиной около 1 сантиметра. Приготовить кляр. Для этого соединить 1 стакан молока и 1 яйцо. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки сахара, ванилин, постепенно всыпать 1,5 стакана муки, перемешать. При необходимости добавить немного воды. В сковороду с высокими краями вылить 1 стакан оливкового масла, кружочки бананов обмакнуть в кляр и обжарить до золотистого цвета. Посыпать кунжутом.